курс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Екатерина Зацепа, 11 лет, станица Подгорная. Георгиевский район, Ставропольский край. Чулочки, Мусад Джалил. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться и встать затем ко рву спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не осуждая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетние девочки глаза. Чулочки тоже, и смятением на миг эсэсовица вьет. Рука сама с собой с волнения вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим, и кажется, он в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, в смятении сильно произнес. Охвачен он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не сможет, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если б дочка вот здесь вот так твоя легла? Ведь это маленькое сердце пробило пулею твоей. Ты человек, не просто немец, или ты зверь среди людей? Шагала сесовец угрюмо с земли, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд струится синий, и всюду слышится опять, и не забудется поныне чулочки тоже дядя снять.